Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп. И я Руслан Зоркий. Всегда хочется получить больше, заплатив меньше. Сегодня мы хотим рассказать о цифровом микроскопе Leeuwenhoek DTX-30, который сможет воплотить в жизнь это естественное желание. Начнем. Как говорится, встречают по одежке. Микроскоп поставляется в картонной коробке с хорошей полиграфией, по которой сразу можно ознакомиться с внешним видом прибора и его основными характеристиками. Открыв коробку, видим пластиковую упаковку, внутри которой расположился микроскоп и аксессуары. В комплект поставки входит сам микроскоп, штатив, калибровочная линейка, диск с программным обеспечением, а также руководство пользователя, в том числе на русском языке. Данная модель относится к микроскопам типа моноблок. Основные механические, оптические и электронные элементы размещаются внутри одного корпуса в виде тубуса. Прибор имеет компактные размеры, что удобно для его хранения и транспортировки. Корпус микроскопа выполнен из пластика с качественным и приятным на ощупь обрезиниванием. Кроме того, обрезинивание создает удобство в работе, предотвращая выскальзывание прибора из рук, в том случае, если эксплуатировать прибор без установки на штатив, просто удерживая его в руках. Штатив микроскопа состоит из металлического основания и механизма фиксации микроскопа в нужном положении под нужным углом. Само крепление микроскопа к штативу представляет собой пластиковое полукольцо со специальными защелками. Оптическая часть микроскопа представляет собой однолинзовый объектив из оптического пластика. Фокусировка осуществляется при помощи специального барабана. С его же помощью изменяется и кратность микроскопа в пределах от 20 до 230 крат. Система освещения состоит из 8 светодиодов, расположенных в передней части тубуса, вокруг объектива. В самом верху находится тонкое колесико, вращением которого регулируется яркость освещения. Микроскоп оснащен цифровой камерой достаточно высокого разрешения — 2 мегапикселя. Такого разрешения вполне достаточно для решения большинства задач, для которых может применяться этот тип прибора. Питание прибора, включая светодиоды подсветки, осуществляется через USB-кабель, который выходит из верхней части микроскопа. Никакие дополнительные элементы питания не требуются. Для приведения микроскопа в рабочий режим достаточно подключить его к персональному компьютеру с предварительно установленным программным обеспечением. Посредством программного обеспечения можно проводить визуальные наблюдения на экране персонального компьютера, как в реальном времени, так и проводить фото- или видеосъемку. Особо стоит остановиться на рабочем отрезке данной модели. Это расстояние от объекта до микроскопа, при котором картинка остается резкой. Оно может меняться в больших пределах – от 0 до 400 мм. Это позволяет комфортно проводить различные ремонтные или монтажные работы с применением соответствующего инструмента без риска повреждения микроскопа. Для оценки качества изображения и возможностей микроскопа предлагаем взглянуть на различные образцы. Поверхность высушенного листа денежного дерева, листочек крупнолистового черного чая, кристаллы сахара на малом увеличении, а ниже на максимальном увеличении. Коллекционерам, пожалуй, интересно будет взглянуть на фрагменты денежной купюры. Ее можно рассмотреть очень детально, но небольшими фрагментами. Монета достоинством 25 копеек на минимальном оптическом увеличении. Особо хочется остановиться на том, как выглядят электронные компоненты на печатной плате, поскольку применение этого микроскопа для монтажных работ представляется весьма оправданным. Как отмечалось ранее, большое рабочее расстояние позволяет комфортно работать с различными инструментами, в нашем случае паяльником и пинцетом.
Заметим, что в реальном времени наблюдается некоторое запаздывание картинки, но к этому быстро привыкаешь. Это мы утверждаем на основании отзывов людей, которые приобрели и применяют этот микроскоп для пайки. Конечно, это несколько снижает скорость выполнения работ, но если высокая скорость не в приоритете, то это вполне компенсируется невысокой ценой микроскопа. Итак, если вам необходимо выполнение какой-либо работы с мелкими деталями, вы занимаетесь коллекционированием или просто хотите увидеть больше, чем позволяют глаза, то микроскоп Levenhuk DTX-30 станет вам хорошим помощником. Кроме того, микроскоп вполне может стать отличным подарком для ребенка, который не только заполнит свободное время, но и поможет в значительной степени расширить его кругозор. И все это за вполне умеренную цену. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.